В прошлом году Российская государственная библиотека объявила о первом всероссийском конкурсе «Лучшие практики библиотек по сохранению, развитию и популяризации истории и культуры российского казачества». В то же время в библиотеке Маяковского прошла выставка Александра Мальникова «Судьба казачья с родиной слита», на которой были представлены рисунки, посвященные российскому казачеству. Сотрудники библиотеки создали видео по экспозиции и отправили на конкурс РГБ. Ролик занял второе место. Поскольку у Александра Мальникова много работ, посвященных казакам и вообще казачеству, мы предложили и в этом году продолжить наше сотрудничество и организовать вторую выставку у нас в Зале искусств. Александр не отказал нам в этом. Вот. Соответственно, и в этом году ролик мы подготовили для наших читателей. На второй всероссийский конкурс «Маяковка» отправила видеоролик по историко-художественной выставке «Где казак, там и слава». Библиотека Маяковского стала лауреатом третьей степени в номинации «Лучший медиапроект». Отдел краеведения библиотеки Маяковского разработал гражданско-патриотический проект «Край, где начинается Родина», посвященный истории города. В его основу легла программа «Город, в котором мы живем», в которую вошли всевозможные викторины, кроссворды, ребусы, игровые карты и краеведческие задания для детей и взрослых. Тематика разнообразна. Достопримечательности Сарова, улицы и памятники, местные поэты и писатели. Библиотекари проводят мероприятия на разных площадках, как в Маяковке, так и на улицах города во время праздников и летнего читального зала. Мероприятия проекта у нас продолжают разрабатываться. Мы готовим еще что-то новое. И, конечно, в дальнейшем мы обязательно будем продолжать работу в этом направлении. Краеведение сейчас очень актуально. Очень большой отклик мы получаем. К нам приходят и из школ, и сорти, и вообще взрослые даже люди. Всем это очень интересно. На сайте Маяковки есть раздел «Краеведческая игротека», в котором разработали более 85 краеведческих онлайн-игр. Много нового можно почерпнуть и в разделе «Краеведение». Также библиотекари разработали гаджет-квест «Прошлое и настоящее города С». Проект библиотеки Маяковского «Край, где начинается Родина» вошел в число лучших библиотечных практик России. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, Служба новостей Саров, 24.